«Газпром» отправил первую партию сжиженного природного газа с комплекса в Балтийском море по Северному морскому пути, сообщают «Реутерс». Сейчас танкер «Великий Новгород» находится в Баренцевом море. Конечная точка маршрута грузового судна не указана. В условиях санкций российские нефтекомпании все чаще используют Северный морской путь для поставки нефти из балтийских портов. Сообщается, что в июле и августе «Роснефть» и «Газпромнефть» отправили по этому маршруту 3 нефтяных груза из Приморска и Усть-Луги в Китай. Северный морской путь является кратчайшим маршрутом в Азию.